Странные конфеты. Привет, медвежонок! Привет, Крока и Светофор! Как ваши дела? Крока, что это у тебя? Привет, Руби! Привет! Руби, пришли твои друзья. Открой дверь. Проходите. Руби приготовила много вкусностей для вас. Крока, что случилось? Не стесняйся, проходи. Медвежонок, вкусно? Светофор, попробуй. У тебя болят зубы. Давайте играть в кубики. Приходите еще. До встречи. Где еще один красный кубик? Поищи. Что это? Подарок? Конфеты? Маленький сладкоежка. Может быть, конфеты забыли наши друзья? Не ешь их. Но чьи они? На коробочке есть имя? Нет. Чьи же они? Нужно спросить у друзей. Медвежонок, ты не забывал у нас подарок? О, нет! Положи конфеты обратно! Нельзя есть чужие конфеты. Медвежонок, это нехорошо. Чьи же это конфеты? Может быть, Светофорчика? Но у него болят зубы. Он не стал бы есть конфеты. Все в порядке? Светофорчик, куда ты так спешишь? Конфеты принадлежат Светофорчику? Он тоже маленький сладкоежка. Он ест конфеты, несмотря на зубную боль. Светофорчик вернул конфеты. Он привез потерянный кубик. Конфеты не медвежонка и не Светофорчика. Чьи же они? Может быть, Крока?
Кроко, что случилось? Иди сюда. О, почему ты плачешь? Кроко, если у тебя беда, расскажи об этом Руби и Йо-Йо. Они твои друзья. Почему ты снова плачешь? Эти конфеты – подарок от Крока для Руби и Йо-Йо? Спасибо, Крока. Но почему ты плачешь? А, ясно. Крока подумала, что Руби и Йо-Йо не понравился подарок, и она расстроилась. Посмотри, Йо-Йо и Руби очень нравятся твои конфеты.